Всем привет, ребят! И с вами AllMulticam, и это подсумок для магазина. Специально от Bearforce разработан подсумок, который, по мнению большинства людей, которые ходят в лес, должен быть закрыт. Но именно специально для этих людей мы и разработали этот подсумок, который закрывает магазин, но при этом сохраняет быстрый доступ к магазину. Давайте же посмотрим, как это реализовано. Ну, легко. Открываем подсумок, тут же достаем магазин. Не прошло и полсекунды, как мы используем этот магазин уже в автомате. Вы представляете, какая скорость? С ума сойти. Крышка выполнена специально с косом, для того, чтобы автоматный подсумок не уезжал никуда у нас. И магазин четко фиксировался в подсумке. Но при этом натяжение фастекса регулируется не как классическим способом, когда мы здесь постоянно подтягиваем лямку, и она расслабляется. А вы видите, что сейчас происходит натяг, и нам очень быстро извлекается подсумок благодаря тому, что мы отстегнули фастекс. Что же мы сделали? Сделали мы классный секрет. Осуществили ли регулировку затягивания фастекса с помощью липучки. То есть у нас вот этот язычок, он может ездить в зависимости от того, как нам требуется подогнать индивидуально под каждый магазин. Конкретно 7,62 на 34. Либо там 7,62, вернее, на 39, либо 7,545 на 39, независимо от того. Система АК, в общем, с такими изгибами. Оптимальный вариант. Для крепления к системе Муле разработаны вот такие язычки, которые легко позволяют закрепить подсумок на разгрузочной системе в том месте, где вам хочется. Хоть на пятой точке, хоть на ноге, хоть на руке, где хотите. Но лучше, конечно, в районе груди или на поясе. С вами был Иван. Спасибо за просмотр. Это был проект AllMulticam.